Всем привет, друзья, кролиководы. Решил я показать очень важный нюанс в содержании кролика, это уборка. Как часто я убираю, как я убираю и тому подобное. При сетостном содержании кроликов генеральной уборкой я занимаюсь раз почти в полгода. И этот день настал сегодня. Каждую неделю вот с верхнего яруса я сейчас покажу вот такой штучкой сгребаю туда и все. Ну а с нижнего яруса падает сюда вниз. Не видно вам? Вот так вот. Здесь все почищено. Пошла у нас небольшая оттепель, небольшой минус, минус 2 сейчас. Пока морозов нету, решил поубирать. Как я убираю? Здесь уже убрал, прибил доску верхнюю, сбиваю вот эту верхнюю доску. А здесь еще не прибил. Ну и вычищаю все. Очень удобно, скажу я вам. Это не напольное содержание. Чистится раз в полгода, это идеально. Можно раз в 4 месяца, раз в 5 месяцев. Ну, я смотрю по степени засоренности. Ну вот так. Сейчас покажу, сколько почти за полгода у меня отходов от кроликов. Вот, ребят, за полгода два вот таких прицепа мотоблоки. Один прицеп уже вывезли. Вот второй. Сейчас вывезем и второй на огород. Вот так. Сколько отходов у кроликов за полгода. Пройду опять клетку. Так. Ну теперь поприбиваю доску. И досниму вам уже тогда обзорчик сделаю. Все. Как для меня, сетостное содержание это идеально. Для кроликов это идеально. Ну, поприбиваем. Вывезу, а тогда уже сделаю обзор. Не успел, ребят, вчера сделать обзорчик. Вчера, когда это было тогда, когда я сделал генеральную уборочку. То есть чистил под клетками. Вчера не успел, как-то рано потемнело. Ну а сегодня смотрите, какая ситуация. Началась у нас настоящая зима. Вот видите, сколько снега уже насыпало. Насыпало уже сантиметров, наверное, 15. Поэтому я сейчас быстренько управляюсь и еду в город домой. Иначе я не доеду. Вряд ли будут дороги почищены. Так что как-то так. Надо поторопиться. Так, да. Взял у соседа два тюка сена. Сейчас понапихал в сеннике и приготовил маточник. Там он крыльчихи установлю. Давайте пойдем по порядку, наверное. Дойдем до маточника, тогда установлю. Итак, падеж. Тут фу, вроде бы как прекратился. То есть это малышня серой. Сейчас включим вспышку. Какие белоснежные. И один черненький. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штучек. Идеально. Значит, на третий шанс она не упустила. Вот такая у нее шикарная малышня. Уже вылазит, едят сено, едят корм. Все хорошо. Кстати, не знаю, может сенца и маточник сыпнуть немного. Ну, немного сеноловое, поэтому я думаю, им и поесть будет, и поспать в нем. Идем дальше. Производитель что-то не поработал ни вчера, ни сегодня. Как камера так выбеляет.
выключил, оно так выбеляет. Интересно. Сейчас, может, на темное. Во. Не хотят его девчули. Две там пальчихи надо покрыть. Сейчас я дойду до них. Вот эту белую кидал. Что-то не кроется эта вспышка. То надо включать, то не надо. Вот эту белую кидал. Не кроется. Да, и впоследствии геморрагички остался у него один крольчонок. Хотя, ребята, не все вакцинированы. Да. Ну ничего. Что сделаешь? Что есть, то есть. Снег засыпет весь телефон. Так, идем дальше. Здесь у нас... О, блин. Здесь у нас не могу открыть. Эта малышня уже такая черненькая. Ой, хорошо подросли. Это той черной, которая непонятно когда и от кого откоролилась. Как писали, налево сходила. Может и так. Вот она у нас эта. А вот ее малышня. Их я еще не провакцинировал. На следующей неделе буду вакцинировать. Не знаю, какую еще не решил сделать вакцину. И даже не знаю, работают ли ветаптеки. У нас в стране локдаун. Потому что мне там и сверло надо было купить, и пену монтажную. В общем, строительные магазины не работают. Такие вроде бы работают продуктовые. Не знаю, работает ли ветаптеки. И вот эта девочка кролится через 4 дня. Сейчас мы ей будем устанавливать маркетинг. Где тут? Когда я уже шпингалеты поменяю. Сейчас будем совать сюда маточник. Маточник на месте. Еще меня, ребят, спрашивают, как я подготовлю маточники. Расскажу. Так, когда я маточники вытягиваю, я их мою. Они просыхают. Потом их обжигаю. И иногда, ну, в основном дезинфицирую дезинфицирующим средством. Браводес плюс называется. Развожу его 10 кубиков на литр воды. Ну и с пульверизатора или с опрыскивателя просто опрыскиваю. Вот так я подготавливаю маточники. Сейчас насыплю сюда сено и досниму. Наложил сено. Сено для этого дела луговое подходит лучше всего. Мягенькое, классное сено. Ну все. Пускай дальше оно все сделает само. Я надеюсь. Ладно, позакрываю потом. Здесь у меня... Здесь у меня эта крольчиха, который полег весь выводок. Вот это тоже не кроется. Та белая и вот это не покрывается. Пропустила охоту. Скорее всего, охота была дня 3 назад. Сейчас она не в загуле. Поэтому не кроется. Маточник я у нее еще не убрал. Не знаю почему. Потому что уберу позже. Так, кто под ней? Что под ней? А, здесь на откорме двоечка сидит. Это предыдущий выводок той, которую я только что маточник установил. И вот. Черненькая мать героиня. Ну, ее малышня вон она. Вот и уже такая малышня. Это то, что осталось после геморрагички. Ее я тоже, наверное, ребят, уберу. Немножко сбавлю обороты по кроликам. Не вытягиваю я их в финансовом плане, поэтому надо немножко проверить не девочек. Ну, а ближе к весне, к лету посмотрим. Ну и здесь сегодня я двоечку убрал, осталась еще двоечка.
через неделю я этих уберу. Ну все, как-то так. Как-то так. Вот такая вот ситуация с кроликами. Уборка произвели, все отлично, обзорчик сделали. Что планировал на эти выходные, я успел. Все, ребят. Всем спасибо за внимание, всем удачки. И всем пока.